Это командир спецотряда «Долго». Приказываю вам развернуться и валить отсюда нахрен. В центре зоны вам делать нечего. Нифига себе. Ты чё вообще тут раскомандовался? Сейчас мы вам покажем, кто и куда валить отсюда должен. Ребята, намыливаем задницы. Помогите! Получай!
выходи, не задерживайся. Эх, тебе сюда нельзя. Ну что, дружище, как оно? Эх, если кто... Жив еще. Ну, отлично. Эх, чё... Тебе сюда нельзя. Проходи, не задерживайся.
приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну, а там по обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, Стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи.
своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Проходи, не задерживайся. Тебе сюда нельзя. Ну что, вы меня уважаете? О чем думать не хотят, кроме бабок? Пока кишки по веткам не разбросают. Поневоле начнешь пить, так все забросить. Разбивались тут в стае. Чёрный город. Проходи, не задерживайся. Сказал зомби, я, значит, контролера, за что монстр?
слушайте меня внимательно. Будем пробиваться к станции. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте стволы и выдвигаемся вперед по аллее. Готовность 15 секунд. Ты, наверное, меченый? Мне тебе говорил бармен. Давай пробиваться вместе. Вперед! Меня. Получи-ка. Ты покойник.
стоянка. Значит, мы в центре Припяти. Передвигаться тихо. Недалеко центральная база монолита. Вперед. Скоро мы будем на станции. Меченый, иди сюда, поговорить надо.
приди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Цель здесь. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Пришло время. Я вижу твое желание. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь.
желание скоро исполнится. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Награжден будет только один. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне. Вознагражден будет только один.
пришло время. Я вижу твое желание. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твой путь завершается. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь.